Позвони, блин, уже. Кому, блин? Озон терпел и вам велел. Слышь? Да. А, это старое, кстати, видео, блин. Я это смотрел, наверное, блин. Да, это прям старое видео про Озон. Слышали такое? Все. Resident Evil 2, который в то время был ремейк, то есть его лучше сделали. Я его буду разыгрывать среди фанатов, подписчиков, неважно кого, хейтеров, там, простых людей. Как это будет разыграно? 100 рублей донатите, а человек донатил 55 рублей и говорит, ну как ты сам решаешь? Ну, ты сам понимаешь, спасибо тебе, задоначишь 55 рублей, не вопрос, хотя 50, да, там? Ну да. Даже 45 получается, да? А, тогда да. Тогда не вопрос. Участвуешь. 100 рублей у нас стоит участие. Я не на листочек. Вы пока слушайте. Я на листочек пишу во снег и кладу в коробку. Только через час. Через час мы выбираем. Да, через полчаса. Не через час, через полчаса. И одному только из многих повезет. В общем, грубо сказать, с этого момента осталось минут, ну ладно, не 15-5. Давайте в 12:40 мы закончим. То есть, получается, чтобы участвовать, надо задонатить 100 рублей, написать свой ВК, обязательно ссылку, чтобы я... А правда, что эксперт по каловым массам? Давай про мамбухату на тату посмотрим. https://m.youtube.com/watch В равно с подчеркивание за XMDGD. Нет, там сколько колоссов по самой? По-украински, там по-украински. Меня никто не поймет, что там разговаривают, о чем, блин. Значит, Озон, блин. Вот. Он очень странный человек, как по мне, блин. Ну, как бы... Ну, блядь, как-то он некрасиво ведет себя, как сказать, да, вот... Неблагодарный, я бы сказал, человек, в первую очередь, да, он и... То, что он там какой-то, этот самый, тюфяк, это здесь не об этом речь вовсе. Вот. То, что он ведет себя плохо по отношению к людям, да, вот, которые делают для него добро, это вот мне не нравится, то, что он себя плохо ведет, именно в этом ключе. Значит, ну, я не говорю сейчас об его подписчиках, а вообще в целом о других блогерах, которые его как-то пытались что-то сделать из него. Вот, короче, да, ведет он себя, вот, как сказать, вот, простыми словами, гнилой человек, он, да, скажем так. А как он выпрашивал деньги у этого лудожопа, это просто был смех и позор полный. Позор был такой, что я просто, у меня нет слова, и после того, как он это делал, вообще я уже как в принципе, меня, наверное, не удивить было. Вот этот персонаж меня ничем уже не мог удивить за свое время существования. Но то, что он выпрашивал деньги на Новый год, это просто пиздец. Это был пиздец просто. Если вы выиграете, я вам добавил свой кайф и сказал, ты выиграл. А, и, естественно... Это все для участия нужно. С Новым годом! Спасибо за донат. Респект. Участвуй. Ты в Иллюминате обратный слэш. Не вопрос же СМС. Я понял. Вот так же СМС не участвует. Но только выиграет один, к сожалению. Будем разыгрывать ровно час. С Новым годом! Спасибо за донат. Респект. Подчеркивание за XMDGD. Участие – это интерактив. Я хочу. Ладно, утешительный призыв. Второе и третье место тоже получат игры, только утешительные. Тоже игры, дорогие друзья, но более утешительные в стиме. То есть вы понимаете, что это не наеб, потому что я буду выбирать просто вот раз. С третьего места. Топ-победитель третьего места. Ты получаешь такую игру. Второго ты. С третьего. Ну, то есть, я вытаскиваю тот треть на третьем месте. Потом на втором. И реально кому-то повезет. С Новым годом! Спасибо за донат.
Респект. Чего, не вопрос? Спасибо за донат. Ты участвуешь Озон Сила? Озон Сила. Я уже резидент КСА. Озон Сила. Все, не вопрос, кстати. Озон Сила. Кстати, я что-то проморгал, хуйню, блин. Когда донатил, когда отходил, что ли? Привет, Егору Машков. Озон Сила или... Я потом полностью проверю этот, потому что странно. И еще там один. Так, все, заканчиваем. Буквально сейчас, ребят, 46. В 50 минут заканчиваем. В 50. После 50 минут по московскому времени не принимаю. Так что попробуйте за 4 минуты участвовать. Так, ладно, дорогие друзья. Мы заканчиваем. Все, не принимаются больше. Все, можете не донатить. Все, кто задонатил, задонатит. Участники конкурса. Ориандер. Спасибо за донат. Респект. Почему ты меня в ЧС кинул в 2011 году, Озон? В честь извинения в конкурс, пожалуйста. Спасибо за донат. Респект. Озон. Вам повезло. Ну все, больше не принимаю, пацаны, все, без обид. Не обижайтесь. Эти двух человек. Ну вы заебали, ёпта, блядь. Вы что, прикалываете, что ли? Респект. Ссылка удалена. О, господи. Все, заканчивайте, ребята. Я больше не буду принимать. Тебя я последнего принимаю. Без обид, все. Все. Ау. Ау. Ну, хоть какая-то интрига будет. 4. И смотрите внимательно, чтобы потом проблем не было. Вот они 4, да? 1, 2, 3, 4. Я их показывал. Так. Следующий у нас. Заебал ты блудить, дурак, блядь. Я просил написать одно и то же под 100 раз, блядь. Я чат прекрасно вижу, блядь. И надо мне спасибо за донат. Хотя я там всех писал. Хули меня, блядь, всех перехуяривай. Пизду я не буду показывать, потому что кто следил за стримом, я там всех писал. Никого не пропустил. Итак, фарминг симулятор 2019 получит тот сейчас, кого я вытащу. А, блин, он типа этот, там розыгрыш, кто на кого достанет, тому игру подарит, фарминг симулятор, блин. А, нормально, блин. А, кстати, тоже такой розыгрыш сделать, ребят. Принимается, значит, этот самый фарминг симулятор там, или что там, шо? Пишут, что я там наёбщик, не наёбщик. Да, пацаны. Артёма пропустил? В смысле? Пропустил Артёма. В смысле пропустил Артёма? Ты прям вот смотрел, что я Артёма пропустил? Дед, тебе Twitch разбанили, почему там не ведешь поток? Да, да, я, конечно. Такого нет. Это Артём. Артём не донатил. В смысле, я пропустил Артёма, блядь. Я никого не пропускал. Андрей, Марк, Муниз, да. Артёма нету такого. Артём.
Просто прикол в том, если бы я сейчас реально на Твиче бы стримил, то у меня бы было больше, чем у всех зрителей. И поэтому все вот эти стримеры, да, вот эти вот, которые там есть, они бы просто сейчас бы, ну, голодали бы. И зачем мне отбирать их аудиторию, ну, как бы, что любой нормальный человек, он бы смотрел бы мой стрим, а не вот тех школьников. Это же очевидно. Зачем? Поэтому ладно, это, ладно. Привет, Валера. Вот донат. Участвую в розыгрыше Farming Simulator. Сейчас, подожди. Сейчас. Так, какой там лук у тебя? Сейчас, все видите, да? Так, участвую. Че, прикалываешься? Да нет его, блядь, Артема, нахуй. Ведь ты меня хочешь провоцировать? Нету Артема, никакой Артем не донатил последний. Андрей Александрович, Мунис, Марк, Макпех, там, Артема нету никакого, блядь. Какой нахуй Артем, блядь, ебты. Ты не прикалывайся. Нету такого, никакой Артем Свиридов не донатил. Я сейчас проверю на донат Пэя. Артем Свиридов. Артем. Аркадий. Нету такого. Тем более в 21.00, сейчас не 21.00. Смотрим на донат. Типа, а Боба ТВ разбанили, то, что я делал. Да, ну, блин, ну и что? Типа, зайти туда с того канала, ну, какой в этом смысл? Бред же полный, блин. Все равно забанят они. Лет? Не, я бы хотел, чтобы меня основной канал-то разбанили они. Но что-то они как-то не спешат это делать. Вообще не спешат. Артем Свиридов, я его написал же, ёпта. Без обид, давай я сейчас проверю, не дай бог, там будет Артем Свиридов. Короче, это долго тут вот это вот начинается, вот это, блин, да. Короче, я понял, о чем видео, в итоге он наебал всех. Это нормально. Да.